поздний час графиня Диана была обеспокоена каким-то шумом во дворце. Она ясно расслышала притаенные голоса, шаги в соседних комнатах. Графиня поспешно вышла из своих покоев и тотчас увидела, как две фигуры, и, кажется, мужские, закутанные в плащи, мелькнули и исчезли в темноте. Незнакомцы в ее доме в столь поздний час. Гнев охватил Диану. Слугам был учинен строжайший допрос, и кто-то из них сказал, что это, очевидно, был Теодора, секретарь графини, со своим слугой Тристаном. Теодора нередко в час полночный встречался с Марселой, служанкой графини. Марселла, призванная графиней, не отрицала. Да, это было так. Но цель у Теодора пряма — жениться на Марселе. Графиня встретила снисходительно признание Марселлы и даже обещала ей помочь в ее любви. Но при всем этом какое-то неясное, еще не испытанное чувство коснулось сердца самой Дианы. Только раз невольно замечала, как Теодору мил, красив, умен, что если бы он знатным был рожден, я бы его иначе отличала. Сильней любви в природе нет начала, но честь моя, верховный мой закон, я чту мой сан, и не допустит он, чтоб я подобным мыслям отвечала. Но зависть остается в глубине, чужим добром нетрудно соблазниться, а тут оно заманчиво вдвойне. О, если б нам судьбой перемениться, так, чтобы он подняться мог ко мне, и чтобы я могла к нему спуститься. Утром Теодора с верным Тристаном оживленно обсуждали происшествие прошлой ночи. Я эту ночь провел без сна. Не мудрено, что вы не спали. Ведь вы же начисто пропали, коли дознается она. Я говорил вам, подождите, пусть ляжет спать. Вы не хотели. Любовь стремится прямо к цели. Стреляйте, а не глядите. Кто ловок, попадет всегда. Кто ловок, различает ясно, что пустяки, а что опасно. Так я открыт. И нет, и да. Прямых, конечно, нет улик, но в подозрении вы... великом. Когда за нами с громким криком погнался Фабио, лишний миг, и я в него вонзил бы шпагу. А как я ловко запустил светильню шляпой. Он застыл и дальше не ступил ни шагу. Когда бы он пошел вперед, он пал бы мертвым и не пикнул. Я на ходу светильник крикнул, скажи, что был чужой народ. Она ответила, ты лжец? Тогда я шляпу снял и хлоп в отвеску ей. Я лягу в гроб сегодня. Вам всегда конец влюбленным, в вечном сокрушении, а сам упитанный румян. Ну что же делать мне, Тристан, в таком опасном положении? Да перестать любить Марселу. Графиня наша так горда, что стоит ей узнать, беда и хитрость не поможет делу. Сюда вам не вернуться вновь. Забыть? Какой совет жестокий. Берите у меня уроки, и вы забудете любовь. Брось! Надоела ерунда. Все можно одолеть искусством. Хотите знать, как с вашим чувством покончить раз и навсегда? Во-первых, нужно безотложно принять решение позабыть. И твердо знать, что воскресить волнение сердца невозможно. Затем, что если дать надежде хотя бы лазейку, с новой силой воскреснет слабость к вашей милой, и все останется как прежде. Скажите, почему не может мужчина женщину забыть? Да потому что тянет нить, и что его надежда гложет. Он должен взиметь решение, а не думать никогда, и этим раз и навсегда остановить воображение. Ведь вы видали на часах, когда раскрутится цепочка, колесики замрут и точка. Вот точно так же и в сердцах мы наблюдаем остановку, когда надежду раскрутить. Но память будет нас язвить, что час придумать уловку. И наше чувство раз за разом вернется к прежнему, поверь. Да, чувство это... хищный зверь, вцепившийся когтями в разум, как говорит стихотворение того испанского поэта. Но есть приемчик и на это, чтобы стремить воображение. Как? В
вспоминая недостатки, не прелести. Чтоб позабыть, старайтесь в памяти носить ее изъян. И самой гадкой. Вас не должна рождать тоски нарядно стройная персона, когда она на вас с балкона глядит, взмастясь на каблучке. Все это так, архитектура. Один мудрец учил народ, что половина всех красот портным обязана натура. Представьте вашу чаровницу, худой и тощий, как скелет. Как грешницу преклонных лет, которую везут в больницу. Ее себе рисуйте так, а не в фольборочках и складках. Поверьте, мысль о недостатках целительнее, чем всякий злак. Ведь ежели припомнишь вид иного мерзкого предмета, на целый месяц пакость эта вам отбивает аппетит. Вот и старайтесь вновь и вновь припоминать ее изъяны. Утихнет боль сердечной раны и улетучится любовь. Но где же я изъян найду? В Марселе места нет изъяну. Я забывать ее не стану. Что ж, кличьте на себя беду и счастливайте стезей гордыни. Но ведь она же так мила. Вам от любви сгореть дотла милее милости и графини. А Теодора здесь? Она. Я к вам. Я ваш слуга, сеньора. По оглашении приговора мы вылетаем в три окна. Меня одна моя подруга, боясь не справиться сама, просила черновик письма составить ей. Плоха услуга, когда я ровно ничего в делах любви не понимаю. А вы напишите, я знаю, гораздо лучше моего. Прочтите. Я готов прочесть, но не для строгого разбора, чтобы узнать любовный слог. Я в нем вовек не упражнялся. Вовек? Любить я не решался, осилить робости не мог. Я из застенчивых людей. Вы потому и на прогулках крадетесь в темных закоулках, плащом закрывшись до бровей? Закрывшись? Я? Где и когда? Вас встретил в облике таком сегодня ночью мажордом. Но он узнал вас без труда. Ах, это мы на склоне дня шутили с Фабио. Мы подчас заводим тысячи проказ. Или то меня чернит завистник неизвестный. Или ревнует кто-нибудь. Читайте. Я хочу взглянуть, как блещет гений ваш чудесный. Зажечься страстью, видя страсть чужую, и ревновать еще не полюбив. Хоть бог любви хитер и прихотлив, он редко хитрость измышлял такую. Я потому люблю, что я ревную, терзаясь тем, что рок несправедлив. Ведь я красивей, а меня забыв, он нежным счастьем наградил другую. Я в страхе и сомнении дни влачу, ревную без любви, но ясно знаю, хочу любить, любви в ответ хочу, не защищаюсь и не уступаю. Быть понятой мечтаю и молчу, поймет ли кто, себя я понимаю. Что скажете? Что если здесь все это передано верно, то лучше написать нельзя. Но только я в недоумении. Я не слыхал, чтобы любовь могла от ревности зажечься. Родится ревность от любви. Я думаю, что даме этой приятно было с ним встречаться. Но страсть не загоралась в сердце. И лишь когда она узнала, что он другую любит, ревность зажгла в ней любовь и страсть. Возможно это? Да. Конечно, письмо написано прелестно. Я состязаться не дерзну. Попробуйте. Нет, я не смею. Все-таки я вас прошу. Сеньора, вы хотите этим изобличить мою ничтожность? Я жду. Вернитесь поскорее. Иду. Thank you.
записали? Да, причем вышло плохо. Видно, сразу я работал по приказу. Покажите. Вот. Прочтем. Кто любит след чужой любви, тот жаден. В нем завистью зажжен сердечный пыл. Кто сам себе блаженство не сулил, к чужому счастью остается хладен. Но я пылаю, мой покой украден, и долей безмолвствовать нет сил. Как кровь к лицу из потаенных жил, призыв к устам стремится беспощаден. Но я молчу, чтоб низость высоту не оскорбила. Я остановился, не приступив заветную черту, и без того довольно я открылся. Забыть о счастье я мудрей сочту, иначе могут счесть, что я забылся. Вы право, всех затмите скоро. Вы надо мной смеетесь? Нет. Скажите правду. Мой ответ? Вы победили, Теодор. Увы, я вижу, есть причина, чтобы я забыл покой и сон. Слугу не терпит, если он кое в чем искусней господина. О, нет. Если приз назначен бесспорно вашему письму, то это только потому, что этот отклик так удачен. Но вот плохое выражение. Молчу, чтоб низость высоту не оскорбила. Я прочту вам небольшое наставление. Любовью оскорбить нельзя. Кто б ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляют без участия. Любовь — опасная стезя. Мы помним участь Фаэтона и Крылыкара, тщетный взмах. Один на золотых конях с крутого сброшен небосклона, другого солнце опалило и свергло на морское дно. Будь солнце женщиной, оно едва ли так бы поступило. Любовь упорство до конца. Ища внимание знатной дамы, усердны будьте и упрямы. Не камни женские сердца. Письмо я уношу с собой, мне перечесть его охота. Но в нем нелепости мне счета. А я не вижу ни одной. Вы так добры. О, если б вечно взамен я ваше мог хранить. Ну что ж, хоть лучше, может быть, порвать его? Порвать? Конечно, то невеликая потеря. Теряют больше иногда. Ушла. Казалось, так горда. Смотрю, глазам своим не верит. Так неожиданно и смело в любви признаться, как она. Ты здесь один? И нам дана минута встречи безопасной. А для меня минуты, счастливо данные судьбой, когда мы видимся с тобой, дороже тысячи столетий. Вчера здесь все ходило кругом. Графиня позабыла сон, и был строжайше учинен допрос прислужницам и слугам. Но обернулось все при этом для нас удачно. И весьма я подтвердила ей сама, что наша свадьба будет скоро. И не таила Теодора, что от тебя я без ума. Попутно я превознесла твой нрав и слог, и дарование. Она в порыве состраданий была душевна и мила. Удачным выбор мой нашла, удачнее всякого другого. И тотчас же дала мне слово, что поскорей поженит нас. Так умилила я рассказ о муках сердца молодого. Тебе графиня обещала нас поженить? Само собой, она же любит нас с тобой. И как я с самого начала не понял своего провала, так глупо разыграть тупицу, взять и поверить в небылицу. Графиня подтвердить хотела, что нет для любящих сердец уместней кары, чем венец. И лучше нет развязки дела. Так ты согласен? Да, Марселла. Чем скрипишь? Кольцом объятий, а не автографы симпатии, росчерки пера любви. И поцелуй с огнем в крови скрепляет лучше всех печатей. Ой, не беспокойтесь, продолжайте. Сеньора, я из уст Марселлы услышал робкое признание, что вы в своем великодушии благословили наше счастье. Узнав, что нашему союзу вы даже помощь обещали, я счел себя в законном праве невесту заключить в объятия. Вы проявили, Теодору, преступную неблагодарность, забыв приличие в этом доме. Я никак не ожидала, чтобы в моем великодушии вы почерпнуть решили право так дерзко распустить себя. Поэтому пускай Марселла, пока еще вы не женаты, побудет в заперти одна. Я не хочу, чтобы служанки могли увидеть вас вдвоем, а то им всем придет желание отдаться прелестям любви. Эй, Доротея! Этим вот ключом ты у меня в опочивальне запрешь Марселлу. Эти дни ей надо кое-чем заняться. Ты не считай, что я сержусь. Ступай. Так вы желаете жениться? Мое первейшее желание быть вам приятным, ваша милость. Но вы же любите Марселлу. Ведь это правда?
Я прекрасно прожить бы мог и без Марселлы. А по ее словам, вы разум теряете из-за нее. Его и потерять не жалко. Но только верьте, ваша милость, хотя Марселла стоит самых изысканных и нежных чувств, я не люблю ее ни капли. А вы ей разве не держали речей, способных отуманить и не такую, как она? Слова сеньора стоят мало. Скажите, что вы говорили? Как признаются в нежной страсти мужчины женщинам? Как всякий, кто обожает и вздыхает, приукрашая сотни враг одну сомнительную правду. Так, но в каких же выражениях? Сеньора, ваш жестокий натиск меня смущает. Эти очи, я говорил, струят сияние, которым мой единый свет. А драгоценные кораллы и перлы этих уст небесных. Небесных? Да, и не иначе. Все это азбука, сеньора, для тех, кто любит и желает. Я вижу, вкус у вас плохой. Должна сказать, что он немало роняет вас в моих глазах. В Марселе больше недостатков, чем прелестей. Они виднее тому, кто ближе наблюдает. Притом она еще грязнуля, за что ей попадает часто. Но я нисколько не хочу ее пред вами опорочить, а то бы я могла такое порассказать. Итак, оставим и прелести, и недостатки. Я вам желаю с нею счастья и буду рада вашей свадьбе. Да, кстати, раз вы доказали, что вы такой знаток в любви, то помогите Бога ради советом той моей подруге. Ее томит и сна лишает любовь к простому человеку. Решив отдаться этой страсти, она свою унизит честь, а поборов свои мечтания, сойдет от ревности с ума. Ее возлюбленный не знает, что он любим и робок с нею, хоть он умен и даже очень. Какой же я в любви знаток? Я, видит Бог, неподходящий советчик. Или вы к Марселе не чувствовали нежной страсти, не объяснялись ей в любви? Вот вы и покраснели, и подтверждаете румянцем все то, что отрицал язык. Она, наверное, вам болтает какие-нибудь небылицы. Я за руку ее однажды взял и сейчас же отпустил. В чем я виновен, я не знаю. Возможно. Но бывают руки, как образки в Господнем храме. Их отпускают, приложась. Прощайте. Ай! Ай! Я оступилась. Чего вы смотрите? Скорее, подайте руку мне. Почтенье меня невольно удержало. Ну что за вежливая грубость? Сквозь плащ руки не предлагают. Рука, когда она честна, ни перед кем лица не прячет. Я эту честь ценю высоко. Когда бы вы были провожатым вельможной дамы, вы, конечно, в плаще бы руку подавали. Но вы пока мой секретарь. А секретарь держать обязан мое падение в секрете, когда желает сам подняться. Я грежу. Нет, все это лучше грез. Я постигаю милую науку. Она меня просила дать ей руку, и бледный страх сменился цветом роз. Что делать мне? Какой смешной вопрос! Мне счастье дарит верную поруку. Неся в душе пленительную муку, пойду к победе, не страшась угроз. Мой дорогой! Не подходи, Марселла, стой. Я так хотела этой встречи. Не приступай строжайшие меры. В дворцах и самые шпалеры подчас владеют даром речи. Ты прочитал мое письмо? Его порвал я, не читая. А с ним причина тут проста, и чувство порвано само. А это вот обрывки? Да. И ты порвал мою любовь? Ну, не лучше ли так, чем вновь и вновь ждать, что обрушится беда и уничтожит нас с тобою? И если ты того же мнения... Оставим эти объяснения и примем данные судьбой. Ты говоришь, что я намерен ни в чем не причинять отныне удовольствие графине. Постой минутку. Оставь. Скажи ты это в шутку, послушай. Просто силы нет. Тристан? Тристан! Тебе чего? Что это значит? Прихоть чувства. Он тайным этого искусства у вас учился. У кого? У женщин, жалящих без жалости. Скажи ему. Скажи сама. Я
Подпись этого письма я, ножны этого кинжала я, рукоятка этой шпаги, я камень этого забора, я пляска этого танцора, я обувь этого бродяги, я только дышло этой фуры, я только цифры этой сметы, я только хвост его кометы, я только тень его фигуры. Короче, я давным-давно на этом пальце только ноготь, и я прошу меня не трогать, пока мы вместе с ним одно. Не будь графиня соль надменна, я бы могла предположить, что Теодора, может быть, живет надеждой сокровенной. Он что-то у нее в чести. Пусть он теперь не ждет пощады. Я знаю, как себя вести, не так глупо. Я отомщу. Знатные и богатые женихи являлись в дом Дианы. Но их нежные слова не достигали ее сердца. Она скучала и томилась. И тщетны были старания верной служанки Анарды, беспечной болтовней, рассеять госпожу. Тордесито, каендо, каендо, ай, каетудес де лютуан ла реболена, ен ла фалему сунундо силенцио, сеньора, что такое с вами? Вы недовольны чем? Ну, как в беседу вас втянуть? Какими нежными словами? Но можно мне два слова? Да. Те два сеньора, что сейчас ушли отсюда, любят вас. А вы жестоки, как всегда. Вы холодней, а на ксарец. Самой Лукреции стыдливей. Быть надо к людям справедливей. Нельзя ли прекратить советы? Какой вам надобен жених? Маркиз Рикардо, например? Чем не отличный кавалер? И чем он хуже остальных, чье имя пышно и велико? И благороднейший из дам. Далеко было бы не срам пойти за графа Федерико. А вы их гоните опять. И каждый горько безутешен. Один дурак, другой помешан. А ты обоим им подстать. Я потому их не люблю, что я люблю. И потому люблю, что сердцу моему надежды нет. Как? Я не сплю, вы любите? Ах, разве я не женщина? Скорее лед, такой, что солнце луч замрет, едва задев его края. И вот все эти глыбы льда в сверканье холода и света у ног безродного. Кто это? Анарда, я еще горда. И долг перед собой я знаю. Кто он, я скрою от тебя. Скажу лишь, что его любя, свое величие я пятнаю. Царицы древности и любили. Одна коня, одна быка, а прочих умолчу пока, чтобы их не оскорбить в могиле. А то не зверь, любовь к мужчине вас никогда не опорочит. Кто любит, может, если хочет, возненавидеть. И отныне мою любовь я истреблю. А сила будет? Будет сила. Пока хотела, я любила, а захочу и разлюблю. Кто это? Это Теодор. Анарда, дай гитару мне. Terrana, 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 venire. Tutto il sol da tutti è resana. E tanto sopra le mujer. Tarica de cielo. Mi amor, mi allegria e vacío. Non
passato quando sei chiaro mi tiro giù la benedizione la di la noi la la passat mia Teodoro la di la la la. Сеньора, вы меня как будто звали. Я жду вас несколько часов. Я поспешил явиться сразу. Простите, если виноват. Моей руки для вас не тайна. Весьма усердно ищут двое. Я это знаю. Оба статны, красивы оба. Даже очень. Не посоветовавшись с вами, не знаю, как решить. Скажите, так за кого мне выйти замуж? Какой же я могу, сеньора, подать совет там, где решает единственный ваш лишь вкус? А мне приятен тот хозяин, которого родите вы. Я вас почтила лестным званием советника в столь важном деле, но вы его не оправдали. Сеньора, разве с этим делом не лучше обратиться к старшим? Вам мог бы опытом и знанием помочь ваш мажордомо Тавьо, который много видел в жизни. Я бы хотела, чтобы вы сами себе избрали господина. По-вашему, маркиз приятнее, чем мой кузен? Приятнее, да. Его и выберу. Ступайте его поздравить от меня. Кто знал подобное несчастье? Кто видел взбалмошные решения? Я вас ищу в большом волнении. Неужто правда, что я слышу? Увы, Тристан. Сюда явилась она, подсолнечник вертлявый. Она стекло, она пылинка, она поток, поворотивший назад от моря вверх долиной. Она небесная Диана, луна и женщина, и призрак. Она явилась и спросила, который мне из двух приятней. Потом сказала, что маркиз ей по душе, и чтобы я лично его об этом известил. Нашелся, стал бы счастливее. Маркиз Рикардо. Право слово. Не будь сейчас вы в этом виде, не будь грехом вергать в уныние без того уже унылых. Я бы напомнил вам сейчас, как вы взлетели горделиво и возмечтали, что вы граф. Взлетел, и вот лежу разбитый. Во всем вы сами виноваты. Я это признаю. Я слишком легко поверил обольщению прекрасных глаз. Я говорил, вам нет ядовитей сосудов для чувства смертного мужчины, чем эти женские глаза. Ты не поверишь, как мне стыдно. Клянусь тебе, свои глаза я от земли поднять не в силах. Все кончено, одно осталось — похоронить в забвении тихом и честолюбии и любовь. Каким приниженным и смирным вы возвращаетесь к Марселе. Мы с ней быстро подружимся. А? Марсела! Кто тут? Это я. Так ты меня совсем забыла? Совсем? Забыто все, что было. Мы даже больше не друзья. Как твой язык еще посмел коснуться имени Марселы? Я только испытать хотел твою любовь. Но опыт смелый был, как я вижу, слишком смел. Уже кругом молва прошла, что уголок мой в сердце занят. И страсть былая отцвела. Кто мудр, испытывать не станет ни женщин, друг мой, ни стекла. Но только полно лицемерить. Ты не меня хотел проверить. Причины здесь совсем не те. Ты новой золотой мечте безумной предпочел поверить. Ну, как дела? Далек ли ты от этой высоты над звездой? Осуществляются мечты? Божественность твоей любезной превыше всякой красоты? Но что случилось? Что с тобой? Ты огорчен своей судьбой? Сменился ветер своенравный, и ты опять приходишь крамный. Дерзай! Борис, начни сначала, не падай духом, чтоб она тебя трусишкой не назвала. Лови удачу, я скромна, а я свою уже поймала. Тебе от этого не больно, раз ты меня покинуть рад? А я хоть исцелюсь невольно, мой Фабио не такой уж клад, а я отмстила и довольна. Прощай, пора и отдохнуть, ты собеседник скучноватый. И Фабио может заглянуть, а мы же с ним почти женаты. Тристан, держи отревший путь. Сеньора, стойте. Всякий знает, возврат любви не означает, что в ней имелся перерыв. Души отчаянный призыв все преступления искупает. Марсело, дай дело в чем. Оставь меня. Да подожди ты. Диана, проходя с Анардой в свои покои, услышала голоса и остановилась за портьерой, никем не замеченная. Опять я вижу их вдвоем. Вы так, мне кажется, сердиты, что мы их вместе застаем. Анардо, нам бы надо стать вот здесь и посмотреть немного. Ревную и люблю опять. Отъезжайте, ради бога!
Тристан мирит их, как видать. У них, должно быть, вышла ссора. О, этот сводник, ведь живет такая дрянь. Мой друг, любезная сеньора, как в небе молнии мелькнет, так гливо мелькнула взор бессмысленная красота в него влюбившейся особой. Богатство, прах и суета, ему дороже еще быть твои прелестные усы. Причисли эту страсть к кометам, летящим мимо. Теодора, пожалуйста, сюда. Коль скоро Марселла перед целым светом клянется в том, что любит страстно другого, так при чем тут я? И это дуется. Прекрасно, пусть и берет его в мужья. Так, люди, это же ужасно. Ну, перестаньте корчить злюку сюда, давайте вашу руку и помиритесь с вашей. Нет, не заставишь даже силой. О, прекратите эту муку, дайте руку, я молю. Слыхал от меня, Марселла, что я кого-нибудь люблю? А мне она... Ну, соврать хотела, чтобы крепче затянуть петлю. Нет, это правда, так и есть. Молчи, дуреха. Ваша честь, что за безумие, видеть больно. Я умолял, теперь довольна, я покажу, что значит месть. Пусть гром меня рассыплет в прах. Ты не божись. Хоть я сердита, но я шатаюсь на ногах. Держись. Тристан, мне некогда, пусти. Пусти ее. Что ж, пусть идет, мне все равно. Стоит. И тот... Вот люди, Господи, прости. Я не могу идти, любимый. И я, скалойника любимый, я словно врос в морскую гладь. Я хочу тебя обнять. Сгореть в любви неодолимой. Чего же я-то лез из кожи, чего их было примерять? Вам это нравится? О, Боже, как безрассудно доверять словам мужчин и женщин тоже. Как ты со мною обошлась? Мне повезло, что так солидно скрепилась порванная связь. Для маклака всегда обидно, когда продажа сорвалась. О, если кто-нибудь сменит себя в моей душе, мой милый, то пусть я от твоих обид умру. Отныне с новой силой моя любовь к тебе горит. И если я тебя обижу, в объятиях Фабью пусть увижу мою любимую жену. Ты хочешь смыть свою вину? Я для тебя горами движу. Скажи, все женщины на свете уроды. Перед тобой? О, да. Кто затруднился бы в ответе? Хоть мы друзья и навсегда, но я чуть-чуть секрете еще ревную. Мне неловко, что здесь Тристан. Валяй, плутовка, хоть про меня зачем заглазывать? Скажи, графиня безобразная. О, графиня сущая чертовка. Глупая. Глупа, как гусь. И пустомеля. Как сорок. Я их прерву, а то, боюсь, их разговор зайдет далеко. Ах, нет, сеньор, неудобно. Кто хочет все узнать подробно насчет графини по статьям, тот должен обращаться к нам. Я слушать целый день способна. Во-первых. Я не стану ждать, что во-вторых. Графиня. Ух. Вечно я вас ищу. Сеньора, верьте. Сейчас начнется гром небесный. От молнии мудрее уйти. Анардо, принеси скорее сюда конторку или столик. Мне Теодора нужно спешно продиктовать одно письмо. Убьет или прогонит с места. Пишите. Я готов. Постойте, вам неудобно на коленях. Анардо, дай ему подушку. Мне хорошо. Клади, не мешкай. Я жду, сеньора. Я диктую. Вручаю дух мой силе крестной. Когда знатная женщина открыла свое сердце человеку безродному, то верх неприличия продолжать ухаживать за другой. И кто не понимает своего счастья, пусть остается дураком. А дальше что? Чего ж еще? Сложить и запечатать это? Я запечатал, ваша милость. Мне только адрес неизвестен. Письмо написано для вас. Я ничего не понимаю. Ну, кто ж так любит раз в неделю? О, дорогой мой, наконец-то! Ну, что она тебе сказала? Сказала, что желает выдать тебя за Фабью. Да, Марселла, вот и письмо, чтобы замене прислали поскорее денег, твое приданое, мой друг. Что это? Я тебе сердечно желаю счастья, но теперь, когда ты сделала с невестой, со мной в шутку не беседуй. Послушай. Это вот не время. Неблагодарная Теодора, едва лишь на тебя повеет ее величием, я забыта. Она уйдет, со мной ты нежен, она нежна, и ты уходишь. Ну, что тут выдержит терпение? Высокий стан Дианы, гордость сердца повелевали ей не думать о Теодоре. Но любовь томила ее. Она познала печаль и раздумье. Любовь, чего ты хочешь от меня? Ведь я забыть была совсем готова. Зачем же тень твоя приходит снова?
жестокой волею душу мне казнят. О, ревность, это ты, мой слух дразня, советы шепчешь злей один другого. Послушаться советчика такого, так наша честь не устоит и дня. Да, я люблю, но средь грозы и гула не я ль волна, не он ли легкий струк, а кто слыхал, чтобы волна тонула? Ах, гордость сердца стоит много мук. Я тетиву так туго натянула, что я боюсь, не выдержит мой лук. Я перечел, сеньор, письмо, составленное вами, и, заглянув в себя глубоко, нашел, что лишь благоговенье виной тому, что я так робок. Да, я давно сознаться должен, что я люблю вас. О, поверьте, неудержимою любовью. Что ж, я вам верю, Теодор. Вам странно было бы не любить свою хозяйку, от которой вы столько видели добра, которая вас ценит больше, чем всех других домашних слуг? Я вас не понимаю вовсе. Понять меня необходимо, чтоб не могли вы ни на йоту переступать своих границ. Смирите чувства, Теодор. Со стороны столь знатной дамы, особенно когда так скромны заслуги собственные ваши, малейшей милости довольно, чтобы наполнить вашу жизнь до гроба счастьем и почетом. Увы, приходится сказать, что в рассуждениях ваших больше бывает светлых промежутков, чем в вашем разуме, сеньора. К чему все эти разговоры? Чуть я немножечко остыну, вы загораетесь соломой, а чуть я снова загорюсь, вы льдом становитесь холодным. Ну, отдали бы мне Марселу, так нет! Вы точно в поговорке собака, что лежит на сене. Иль дайте есть, иль ешьте сами. А не хотите мне недолго влюбиться в ту, кому я мил? Нет, Теодор, знаете, твердо, Марселы больше быть не может. Бросайте взор куда угодно, но не сюда. Марселы к вам не вернется. Не вернется? Нет. Иль я должен вам в угоду пленяться тем, что мне противно, и подчинять мой вкус чужому? Нет, я Марселу обожаю. Она меня, и нет позора в такой любви. Мошенник! Дрянь, я бы должна убить такого. Но что вы делаете? Что вы? Я негодяю и пройдохе даю пощечины. Нет, если это не любовь, то как назвать такой поступок своенравный? Я норовлю всегда прийти, когда разгар событий кончен. Я как трусливая шпажонка. Увы, Тристан. Сеньора, боже, у вас платок в крови. Любовь всегда вколачивает с кровью науку ревности. Наука, я вам скажу, не из веселых. Дивиться нечему. Графиня безумна от тоски любовной. И так как утолить ее она считает недостойным, она разбила мне лицо, разбила зеркало, в котором ее влюбленная гордыня отражена во всем уродстве. Когда Люси или Хуана со мной из ревности повздорит или поцарапает мне рожу, виня в каком-нибудь обмане, я понимаю, что с них спросишь. Но знатной даме уважение к себе самой забыть настолько, чтоб драться? Извините, нет. Я сам не знаю. Сил нет больше. Она меня то обожает, то вдруг возненавидит злобно. Не отдает меня Марселе и не берет сама. Как только я отвернусь, она сейчас же бежит ко мне и в сети ловит. Вот уж поистине собака на сене просто невозможна. Вы здесь? Сеньора. Вот уж бродит, как привидение. Я только узнать, в каком вы состоянии. Вы сами видите. Вам плохо? Мне хорошо. Вы не сказали к услугам вашим. Вряд ли долго могу я быть к услугам вашим, когда со мною так жесток. Вы мало знаете. Так мало, что смысл речей тот мне темен. Я ваших слов не понимаю, но понимаю звук пощечин. Я вас разбила в кровь. Еще бы. А где платок ваш? Здесь, сеньор. Отдайте мне его. Зачем? Он будет мой. Сходите от меня к Отавью. Ему приказано вам тотчас вручить 2000 эскудо. Зачем? Нашить платков побольше. Вот небывалые дела. Таких чудес я не запомню. Дает 2000 эскудо. За эти деньги я не прочь быть битым и день, и ночь. Велит нашить платков побольше, а мой уносит весь в крови.
затруднился ответить. Сердечные не заживают раны, и я иду, не ведая куда. Поверь мне, что Диана давно бы вышла замуж за меня, когда бы не честь, не титул, не родня. Ей честь страшна, отсюда все печали, вся злость ее. А если б я сердца соединил, то что бы вы сказали? Что ты хитрее улисы хитреца. Когда бы я из неизвестной дали привел к вам на дом знатного отца, чтобы вы с графиней стали равны честью, вы улыбнулись этому известию? Сомнений в этом нет. Граф Лудовика уже седой старик, тому лет 20 послал на Мальту сына, Теодору, племянника великого магистра. Но юноша попал в неволю к маврам, и с той поры о нем никто не слышал. Так вот кто ваш отец, вот чей вы сын, и это все я вам берусь устроить. Тристан, подумай, это может стоить обоим нам и головы, и чести. Не беспокойтесь, я за все ручаюсь. Увидите, как мы вам верно служим, когда вы завтра станете ей мужем. Нет, он не прав. Я сам с собой в раздоре, но я избрал спасительный исход. Я знаю твердо, что любовь пройдет, когда сердца навек разделит море. Уеду за море, и это горе забудется за далью синих вод. Ты молния, любовь, твой пламень жжет, но гаснет даже он в морском просторе. О да, любовь, все, кто страдал любя, кто мучился жестокой страстью полной, за дальним морем забывал тебя. В края забвенья нас уносит челны, и тот воскрес, кто прошлое губя, бросает сердце в пенистые волны. Дилатус опус, кеном ми. Orcule vidore, mea sens suferi, che nume mire, porche me ie, diles etenda, viada. Ну как? Вам легче, Теодор? Вас меньше тяготят печали? Они мне столько счастья дали, что я забуду их не скоро. Столь нежной мукой я томим, столь сладким жалом я ужален, что был бы горько опечален выздоровлением моим. И у меня печаль одна, что мне придется эту муку обречь на вечную разлуку, с той, кем взлелеяна она. Нужна разлука? Почему? А разве есть другой исход? Что будет дальше? Что нас ждет? Вы правы, да. И потому вы мне дадите дозволение отплыть в Испанию, сеньора? Да, я согласна. Да, нет спора, что это лучшее решение, что было горестной отравой забудется в чужом краю. Я хоть много слез пролью, зато утешусь доброй славой. С тех пор, как я прибила вас, меня ревнуют слишком шумно. Я повела себя безумно, я чуть не погубила нас. Да, нужно ехать. Вам в дорогу дадут 6000 золотых. Я уезжаю, чтобы затих враждебный шум. Целую ногу. Пора. Прощайте, Теодор. Я постараюсь позабыть. Диана плачет. Как мне быть? Когда же вы уйдете? Скоро? Сейчас. Постойте. Нет, идите. Послушайте. Я здесь. Я жду. Нет, нет, идите. Я иду. Терзанье страсти, вы казните жесточе, чем любая месть. Вы не ушли. Теперь ушел. О, как мне этот миг тяжел. Будь проклята людская честь. Нелепый вымысел, губящий то, что сердцам всего дороже. Кто выдумал тебя? И все же ты нас у пропасти грозящей спасаешь, отводя от краю. Простите.
Я пришел спросить, что мне сегодня же отплыть? Ах, Теодора, я не знаю. Но только верьте, мне сейчас вас видеть худший из зол. Я за самим собой пришел. Ведь я остался возле вас, а мне уже ехать скоро. Я умоляю вас, отдайте мне самого себя. Так знаете, я не отдам вас, Теодор. Я оставляю вас себе. Уйдите. Истекая кровью, честь борется с моей любовью. А вы мешаете борьбе. Уйдите. Вас я не отдам. И не просите, не дождетесь. Вы здесь со мною остаетесь. А я буду с вами там. Желаю счастья вашей чести. Да будет проклята она. Пока Теодоро предавался размышлениям о горестях любви, Тристан не тратил даром времени. Он явился в дом графа Людовика, переодетый под видом греческого купца. Без всякой лести целую руку вашей чести, да утолит ее творец в ее заветнейшей надежде. Я рад вас видеть, ваш слуга. Давно ли вы прибыли сюда впервые или бывали прежде? Я из Стамбула. С кораблем на Кипр отправился и дальше в Венецию, куда привез богатый груз персидских тканей. Я наряду с моей торговлей еще и поисками занят. Отец мой, сударь, чтоб вы знали, был крупным в Греции купцом. И самой прибыльной частью он почитал работорговлю. И вот в Обстекле однажды купил он мальчика на рынке. И это был такой красавец, что никогда еще природа подобного не создавала. Тот мальчик был турецкий пленник и был среди других захвачен на корабле одном Малтийском под Кефалонию в добычу. О, Боже, сердце замирает! Его купил он и отвез к себе в Армению, где с нами, со мной и с моей сестрой его воспитывал. Не надо, друг! Подожди, ты мне пронзаешь все внутренности. Забирает. Как звался мальчик? Теодор. О, небеса! О, Боже правый! Я слез своих сдержать не власти. Сестра моя Серполитония и этот мальчик, ах, несчастный дар красоты, росли совместно и, как бывает очень часто, еще в младенческие годы друг друга полюбили страстно. Когда им было лет 16, отец как раз был в дальних странах, осуществилась их любовь. И так она в сестре сказалась, что это стало всем заметно. А Теодоро из боязни бесследно скрылся. Так вот, прибыв сюда, в Неаполь, я стал повсюду, где бываю, расспрашивать про Теодоро. Я даже захватил бумажку с обозначением примет. Как вдруг мне говорит служанка моей гостиницы, гречанка: а что, как этот самый мальчик, сыночек графа Людовика? Душа во мне как свет заиграл. Я решил, что непременно вас должен повидать. Я начал разыскивать ваш дом, а по ошибке прохожие мне указали на дом графини де Бельфлёр. Вхожу и тут же натыкаюсь. Душа дрожит. На Теодора. На Теодора. Он-то, правда, хотел укрыться, да не мог. А я желаю вас поставить в известность обо всем, что знаю, вот явился к вам сюда. И если правда, что это ваш пропавший сын, так мы же ведь родственники с вами. Удайте вас обнять 100 раз. Душа в безмерном ликовании свидетельствует громогласно, что ваш рассказ
святая правда. Святая правда, святая правда. О, сын, возлюбленный мой сын, вновь обреченный мне на счастье в исходе стольких лет разлуки. Да. О, Боже, что же делать мне? Бежать к нему, его увидеть! Само собой, лететь сейчас же! Лудовико был вне себя от радости. Нежданная весть разнеслась по всему Неаполю, и когда Лудовико явился во дворец Дианы, он с трудом пробрался сквозь толпу, собравшуюся у дворца. Диана послужит извинением старику, который к вам убегает без доклада. В чем дело, милый граф? От вас одной укрылось то, что знает весь Неаполь. Весть облетела всех в единый миг, и я с трудом пробрался сквозь толпу, спеша сюда, скорее увидеть сына. Какого сына? И чему вы рады? Уже ли вы не знаете о том, как я тому скоро 20 лет отправил сына с дядюшкой на Мальту и как его забрали в плен галеры Алипаши? Мне кто-то говорил об этом вашем горе. И сегодня святое небо мне вернуло сына, избегшего опасности и смерти. Сеньор, вы подарили мне, поверьте, большую радость. А взамен, сеньора, я жду, что вы подарите мне сына, который служит и живет у вас, к родному дому, полный из участия. Он служит у меня? Кто ж это? Фабио? Да нет, не Фабио. Это Теодоро. Как? Теодоро? Скажите, Теодоро, граф отец ваш? Вот этот! Вот! Сеньор, пусть ваша милость подумает. О чем тут думать, сын? Сын чресл моих, мне б только умереть в твоих объятиях. Сеньор, я от смущения потерян. Так я ваш сын? Не будь я в том уверен, мне было бы достаточно взглянуть тебе в лицо. Я был совсем таким же в дни юности. Целую ваши руки и умоляю вас. Не говори, я вне себя. Какой прекрасный облик храни тебя, Господь. Какая статность, как величаво говорит порода, что ты наследник доблестного рода. Идем, мой сын. Прими в свои владения и отчий дом, и отчие богатства. Вступи в ворота, на которых блещет герб, самый гордый в этом королевстве. Граф, я вас прошу, позвольте Теодору опомниться и не в такой одежде явиться к вам отдать сыновний долг. Вы говорите, как всегда, разумно. Мне больно с ним расстаться и на миг, но чтобы пуще не раздался крик, я ухожу, прося вас об одном. Чтобы сегодня к ночи он вступил в мой дом. Даю вам слово. Сын мой, до свидания. Целую ваши руки. О, Боже, теперь и умереть мне жаль. Граф, вам не хочется вздохнуть? Я уезжаю в дальний путь, а сердце с вами остается. Вас забавляет. Вам смешно мое внезапное величие. Ликуйте, радуйтесь. Различие меж нас теперь упразднено, и вы глумиться не должны. Вы изменились? Я уверен, что в вашем сердце я потерян. Во мне любили вы слугу. Тщеславие всегда любило господствовать над тем, что мило. Я вам одно сказать могу. Теперь вы мой, навеки пленный. И вы сегодня же со мной венчаетесь. О, счастье, стой! Нет, и не будет во вселенной счастливее женщины, чем я. Идите, вам пора одеться, вас ждут. Пойду посмотреться, взглянуть, где вотчина моя и на отца. Хотя никто... Он не доказал мне, что он прав. Так до свидания, милый граф. Графиня. Погодите. Что? Как что? А милость где моя? Так госпоже не отвечаю. Но ваша милость забывает, что господин отныне я.
все в порядке. Кто думал, что лакейские мозги способны взбаламутить весь Неаполь? Послушай, что ты натворил? Я содрогаюсь тайной дрожью. Ведь я такой опутан ложью, что просто вынести нет сил. Сеньор, все это пустяки. С такими мыслями носиться. Ты дьявол, вот кто ты такой. Пусть все течет само собой, а там увидим, что случится. Идет графиня. О, я скрываюсь. Не хочется встречаться с нею. Сеньор, тяжкие сомнения меня гнетут. Я вторично прошу, дозвольте мне уехать в Испанию. Но что случилось? Сеньора, мой язык не смеет тревожить этим ваши уши. Пусть это честь мою заденет, но вы скажите, Теодоро. Тристан искуснейший мошенник, но сердцем добрый. Увидав мою любовь, мои мученья, и зная, что Лудовика когда-то сын пропал без вести, измыслил басню про меня, а я ничто, найденыш бедный, и мой единственный отец, мой ум, мое к наукам рвенье, мое перо. Граф Лудовико признал, что я его наследник. Я бы мог стать вашим мужем, жить в полном счастье, полном блеске. Но внутреннее благородство не позволяет мне так дерзко вас обмануть. Я человек, который по природе честен. Поэтому я вновь прошу, дозвольте мне уехать в Испанию. Все это и умно, и глупо. Умно, что ваша откровенность явила ваше благородство. Но глупо думать в самом деле, что буду глупой также я, и счастье захочу отвергнуть, когда оно теперь мое. Ведь не в величии наслаждения, а в том, чтобы душа могла осуществить свою надежду. Я буду вашей женой. А чтобы нашего секрета Тристан не выдал никому, то я, как только он задремлет, велю его схватить и бросить в колодец. Ну-ну-ну, полегче. Кто это? Это я, Тристан. Весьма естественно задетый несправедливейшим поступком неблагодарнейшей женщины. Я вам устроил ваше счастье по собственному побуждению, а вы меня в колодец бросите. Ты слышал все? Не подцепят меня, поймать не так легко. Вернись. Вернуться? Можешь смело. В награду за твои старания я обещаю, что вернее ты не найдешь друзей, чем я. Зато и ты держи в секрете свое великое открытие. Мне самому не интересно о нем болтать. На чем высокое собрание? Надеюсь, что никто, конечно, не выдаст тайны Теодору. Мы с вашего соизволения и кончим повесть о собаке, которая лежит на сене.